Муссовые десерты, торты, печенье и конфеты без сахара, лактозы и глютена. Татьяна Расторгуева в рамках своего социального проекта «Кондитерская без сахара, без Е» планирует готовить в нашем городе десерты со сбалансированным составом жиров, белков, углеводов и низкой калорийностью. Мы производим десерты, внешне ничем не отличающиеся от классических десертов, но заменяем в них вредные калорийные ингредиенты на более полезную альтернативу. А применяя современные технологии, например, такую как Cook & Chill, мы сохраняем витамины и максимальную пользу. Свою идею Татьяна представила на суд жюри акселератора социальных проектов. Всего до финала дошли 4 предпринимателя. В Сарове планируют также создать детский интерактивный клуб, который бы помогал развитию творческого потенциала малышей и детскую академию мюзикла «Бис». Илья Суханов защищал проект «Лаборатория Ньютона». У нас есть всероссийские олимпиады для школьников. На них есть как теоретический тур, так и экспериментальный. Соответственно, к теоретическому туру наши школьники более-менее готовы. Их хорошо учат и в школе, и репетиторы, и другие курсы, не только мы. А вот к экспериментальному туру, к сожалению, плохо. И, соответственно, цель проекта – развить это направление. Регламент защиты проектов был ограничен. 5 минут для выступления и 5 минут на вопросы членов жюри. В онлайн-режиме конкурсантов внимательно слушали эксперты Альянса «Атомные города». Очно на защите присутствовали заместитель главы администрации по экономике и финансам Марина Жукова, заместитель главы по социальным вопросам Илья Волков и заместитель председателя городской думы Андрей Немчинов. Проект должен иметь значимость для города. Здесь, на самом деле, участники этого акселератора прошли очень серьезное обучение, начали обучаться в марте, продолжилась акселерационная программа в июне, в июле, и по итогам из 13 предпринимателей, пришедших изначально на акселератор, всего 4 проекта дошли до финала. По итогам защит финансовую поддержку получили 2 проекта – «Кондитерская без Е» и «Лаборатория Ньютона». А детской академии мюзикла «Бис» члены жюри обещали помочь с помещением. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.